Здравствуйте, в эфире программа «Блогеры 2.0». О безопасных окнах заговорили сетевики с началом жаркого периода. В страну пришло тепло, и казахстанцы поспешили не только снять несколько слоев одежды, но и открыть солнечному миру и свежим потоком воздуха свои окна. Но бдительные авторы напомнили, что с наступлением летнего периода многие родители просто забывают о том, что открытое окно может быть смертельно опасно для ребенка. Летом детские больницы начинают пополняться летунами. Это дети, получившие тяжелые травмы при падении из окон и с балконов многоэтажек. Дабы обезопасить малышей, сетевики сделали подборку фактов успешного спасения детей в момент, когда оказалось, что трагедии уже не избежать. И показали, почему защита на окнах от детей должна быть установлена в каждом доме, где есть ребенок. Куда смотрят родители, безответственные? Все обошлось, но не всегда так везет. Берегите детей. Родители, от вас все идет. Воспитание и условия – это главное. Такие ситуации – это последствия только ваших действий. Мало родить, нужно вырастить и воспитать. При этом есть мнение у комментаторов и о том, что особенно упорных и любознательных не останавливают даже запреты родителей и тщательно закрытые окна. Дети к 4 годам уже учатся сами их открывать, но тяжесть повреждений не зависит ни от возраста, ни от веса детей. Бывает, ребенок получает тяжелейшую черепно-мозговую травму, упав со 2 этажа. Есть и редкие эксклюзивные случаи, когда у летуна, свалившегося даже с большой высоты, доктора не находят ничего, кроме ушибов или легкого перелома. Большинство случаев происходят тогда, когда родители оставляют детей без присмотра. Не оставляйте маленьких детей одних. Отодвиньте от окон все виды мебели, чтобы ребенок не смог залезть на подоконник. Не рассчитывайте на москитные сетки. Они не предназначены для защиты от падения, напротив, дают ощущение ложной безопасности. Очень часто дети выпадают вместе с сетками. По возможности открывайте окна сверху, а не снизу. Ставьте на окна специальные фиксаторы, которые не позволяют ребенку открыть окно более чем на несколько сантиметров. Фейсбукчане тем временем задались вопросом, можно ли в Казахстане предусмотреть новые нормы законов, которые будут регулировать установку теплосчетчиков индивидуально в каждой отдельной квартире. Пост Армана Жапарова на эту тему активно начал набирать лайки и репосты сразу после публикации. Все-таки тема экономии на коммунальных услугах у отечественных интернет-пользователей сейчас в тренде. Каждому хочется воплотить свои идеи в жизнь, а тут пост подоспел достаточно полезный с примерами о том, что стоит делать, а что нет. Кто-нибудь задумывался об установке индивидуальных теплосчетчиков в квартире или пытался установить такие теплосчетчики? Сейчас во всех новых домах горизонтальная схема разводки системы отопления, что без проблем позволяет устанавливать такие счетчики. А мы уже 2 месяца улицу отапливаем. И за это еще платим. Теплотранзит говорит, что установка поквартирных теплосчетчиков законом не регулируется. Нет методики расчета. То, что на продажу, это для частных домов и так далее и тому подобное. Но ведь есть же закон Республики Казахстан об энергосбережении и повышении энергоэффективности. Как мы уже думать об энергосбережении и энергоэффективности, если 2 месяца греем улицу. Когда наши дома переходили на общедомовой учет тепла, мы задавали этот вопрос представителю АО «Астана Теплотранзит». Нам разъяснили, что на дом можно учет вести по счетчику, а вот по квартирной нет. Такие счетчики есть, но в Казахстане нет законодательной базы для них. Простой пример. Вы себе поставили и платите только за то тепло, которое потребляет ваша квартира. И так сделали все ваши соседи. Возникает вопрос, а кто будет платить за отопление подъездов, технических помещений? Я тоже думала над таким, так как всю зиму из 4 батарей в квартире включена только 1. Но пока установка таких счетчиков законом не регулируется. На улице первую половину мая было холодно. Все, кто живет в частном секторе, топят свои дома, ибо холодно и сыро. Я, например, рада, что отопление не отключили, жаркостей не ломит. Заплатить 6000 тенге и жить в комфорте лучше, чем спать в спортивном костюме под сырым одеялом. Обогреватель, когда включает весь стояк, свет начинает выбивать. ТЭЦ, спасибо, что думаешь о нас. И на этом у нас на сегодня все. Если вам есть что предложить нам для обсуждения в программе, пишите мне в личных сообщениях, либо оставляйте комментарии на сайте нашего канала. До встречи в эфире и в Казнете!